Еще раз добрый вечер. Мы снова начнем наш урок, поскольку была техническая проблема, и мы отключились, и поэтому мы начинаем из начала. Мы находимся сейчас в день 12-го Сивана, это последний день, который в нем завершается духовный и галахический дела, праздник Шавуот. До этого дня можно было принести жертва принесения, которое мы не могли принести в сам день Йом Тов. И поэтому во все эти дни до 12-го Сивана, во время молитвы, мы не читаем молитву Таханун. И так что сегодняшний день, день, который завершает праздник Шавуот, это день, который в нем мы будем говорить о одной заповеди, из 10 заповедей, которые мы получали от Всевышнего, и мы читали и в Тора в день праздник Шавуот. Поскольку это день, день, который завершает праздник Шавуот. Мы все знаем о том, что самые главные вещи в нашей Тора, основа всей Тора, это 10 заповедей, которые Всевышний Мы все знаем, что основа всего это 10 заповедей, которые Всевышний дал нам на горе Синай и в праздник Шавуот. Эти 10 заповедей являются основа вся Тора. Одна пятая заповедь из 10 заповедей, это заповеди, которые все знают и очень популярны повторить это из заповеди. Это кабед, это виха ве эти меха. Что, как переводится, чти отец и мать. Мы должны посчитать и уважать наши родители, отец и мать. И Всевышний нам обещает, чтобы продлились твои дни на земле, которую тебе дарит Господь, Бог твой. То есть это очень известные заповеди, пятые заповеди из 10 заповедей, которые у нас есть. И все могут ее повторить, и все понимают логика, которая в этом есть. И это очень красиво, и очень воспринимается. Но вопрос, мы действительно знаем, насколько эта заповедь важная? Мы действительно понимаем, почему эта заповедь такая важная? Это действительно заповедь, которую мы обязаны исполнять в любой ситуации, без никаких компромиссов, без никаких скидков. Мы обязаны всегда в разные случаи, которые могут случиться в жизни, мы всегда должны исполнять эту заповедь. Может быть, начнем сразу сначала. Текст 10 заповедей, 5 заповедей, Тора нам обещает, что если мы будем почитать, уважать наши родители, что обещает нам Тора, «Лемаан яарихун ямеха», чтобы Всевышний удлинил дней и годы, которые он дает нам на этой земле. Лучше подарок, чем такой подарок, не может быть. Это такой подарок, который не купишь ни за какие деньги. Самый дорогой подарок, годы, дни и годы жизни, дает нам, обещает нам Бог и дает нам Тора, и в заслугу того, что мы будем исполнять эту заповедь. Это достаточно, чтобы давать нам совсем другой подход и другой понят на этой заповеди. Если бы эта заповедь была обычная, скажем так, будем этого так называть, мы бы не заслужили такая награда, такое обещание за исполнение такой заповеди. Раз Тора обещает нам такую великая награда за исполнение этой заповеди, значит, что это очень особая заповедь. Вы должны знать, что мудрецы в Талмуд называют эту заповедь не просто так важной заповедью, необходимой заповедью. Мудрецы в Талмуд называют эту заповедь хамура шебахамурот. Строгая среди всех остальных строгой заповедей. Если мы бы с вами поговорили сейчас и подумали, какая заповедь входит в категорию строгие заповеди, и какая заповедь входит в категорию там более мягкая заповедь. Наверняка бы сказали, посты в Йом-Кипур, строгая заповедь.
там законы кашрут, строгие заповеди. Законы тарат мишпаха, чистота еврейской семьи, строгие заповеди. Шаббат, филин. Но это всего лишь сказать папа и мама, что мы готовы их слушать, принести чай, кофе, помочь папа и мама. Мы бы в не внесли эти заповеди в категорию строгих заповедей. Говорят наши мудрецы в Талмуд, это одна из самых строгих заповедей, которые есть. Я вам больше скажу страшные вещи, которые в том в Талмуде, в том Кидушин, говорит Раб Йоханан. У нас вообще есть два Раб Йоханан. Есть Раб Йоханан бен Закай, это Раб Йоханан из мудрецы Мишна. Он жил сразу во время, он жил во время разрушения второго храма. Он был тот мудрец, который создал город Явне, и там он создал новый духовный центр после Иерусалима. Есть известный Раб Йоханан из Талмуд. Талмуд мы всегда встречаем Раб Йоханан и Рейш Локиш, которые были хаврусы. У этого Раб Йоханан, очень один из самых авторитетных мудрецов Талмуд, у него была очень тяжелая судьба. Во время его беременности умер его папа. И после его рождения умерла его мама. Он вырос без родителей, не дай Бог. Когда он вырос, когда он уже стал великий мудрец, мудрец Тора, который знает и понимает, настолько важно исполняет этой заповеди, и как строго этой заповеди, он сказал следующие слова. Это страшные слова, но так он их сказал. Так что с какой-то точки зрения он даже доволен, что раз так случилось, он сказал, что он вырос один, сирота без родителей, что в этом есть тоже плюс. Нет худа без добра, в этом есть тоже плюс. Какой плюс есть в этом? Говорит, поскольку, он сказал так, поскольку нереально исполняет этой заповеди в совершенство, у него получилось так, что он был освобожден от исполнения этой заповеди. То есть, на другие слова, он даже нашел какой-то страшный плюс и в его жизненной ситуации, что он хотя бы перед него не стоит такое нереальное задание, исполняет заповеди, такая непростая заповедь. То есть, если Раб Йоханан говорит такие слова, мы должны с вами подумать об этой заповеди. Это значит непростая заповедь. Тогда что лежит за этой заповедью? Что мы видим, что Бог нам обещает за ней долгие годы жизни. И с другой стороны, мы видим в Талмуд, что это строгие заповеди и эти страшные слова Раби Йоханан. Что тогда стоит за этой заповедью? Почему действительно эта заповедь занимает такое важное место в Тора, что она входит, во-первых, в 10 заповедей, в основу иудаизма и слова такие, которые они обещают. Хочу обратить ваше внимание на еще один интересный факт. Мы все можем себе представить картину скрижали. На каждый Арон Кодеш их видно, других картин. Есть у нас правые скрижали, которые на них есть 5 заповедей, первые 5, и левые скрижали, которые на них мы считаем вторые 5. Итого у нас 10 заповедей. Обратите внимание, на первые 5 упоминается в каждой из этих заповедей упоминается имя Всевышнего. Первая заповедь – «Я Бог твой, который вывел тебя со страны египетства». Вторая заповедь – не служи других богов, кроме меня. Третья заповедь – это не упоминать имя Всевышнего просто так зря. Четвертая заповедь – это помни день Шаббата, святить его. И дальше написано – ибо это день Шаббат для Бог всесильный твой. И дальше – пятая заповедь, это чти отец твой и матери твоего. И как завершается этот пасук, чтобы я дал, удлинил дни твои на земле, которые я, Бог, дал тебе. То есть в эти 5 заповедей, в каждой из них упоминается имя Всевышнего. Следующий 5, который на левой скрижали,
не украсть, не убивать и так далее, там не упоминается имя Всевышнего. Это что-то? В этой пять упоминается имя Всевышнего. Тот же Бог, который сказал первые пять, он же сказал вторые пять. И тут упоминается его имя, и тут не упоминается его имя. В Мидраш Танхума задается вопрос, рассказывает нам Мидраш Танхума о Раби Йешуа бен Хананья. Раби Йешуа бен Хананья это был один из ученики Раби Йоханан бен Закай в Вишне. Мы о нем читаем на второй главе в трактат Авот. Он был один из самых важных пять учеников Раби Йоханан бен Закай. Он был известен в его очень хороших отношениях с лидером Римской империи. Он с ними дружил, и его связи очень сильно помогли и поддержали проведение еврейской жизни в это время. Рассказывает Мидраш, что один раз задали ему вопрос Адрианус. Адрианус – это римский император, он сказал Раби Йешуа бен Хананья, я не понимаю, первые пять заповедей, которые ваш Бог вам дал, там он упоминал свое имя. Во вторые пять отсутствует его имя. По какой логике? Ответили ему Раби Йешуа бен Хананья, сказал, разве ты хочешь, чтобы имя нашего Бога было рядом с вари или убийцей? То есть, на другие слова, Раби Йешуа бен Хананья ему сказал, эти заповеди разделяются на две категории. Первый пят – это одна категория, это более духовные вещи, которые связаны с Богом. И второй пят – это вещи, которые связаны с людьми. И поэтому там, когда надо предупреждать не воровать и не убивать, не дай Бог, там не надо упоминать имя Всевышнего. И как красиво этого толковали, написал на своем комментарии Тора, книга Кли Якар, это был мудрец, звали его Раби Ефраим Милунчиц. Он жил в город Праг, он там умер 401 год тому назад, он написал такая комментария, называется Кли Якар на вся Тора. И он сказал так, первые пять заповедей, они относятся к имя Всевышнего, к почет Всевышнего. И поэтому во все эти заповеди написаны, Бог, я Бог Всесильный твой, имя Всевышнего там упоминается. И все остальные пять, которые они относятся, и они дают нам направление, как создать правильные отношения между человеком и человеком, там не упоминается имя Всевышнего. На другие слова. Мы знаем с вами, что есть две категории заповедей. Есть категория заповедей, которая называется «Бен Адам Ламаком» между человеком и Богом. Есть категория заповедей, которая называется «Бен Адам Лахаверо» между человеком и человеком. Мы, например, знаем о том, что перед Йом Кипур написано, что надо попросить прощения друг от друга, поскольку Йом Кипур может искуплять грехи и решать проблемы, которые между человеком и Богом, но не проблемы, которые между человеком и человеком. И вот так Кли Якар разделил эти 10 заповедей. Первые 5, они имеют отношение, это в категории между человеком и Богом, и второй 5, между человеком и человеком. Тогда у нас вопрос. Пятый заповедь, чти отец твой и мама и матери твоего. Разве наши родители, наши папа и мама, они входят в категорию между человеком и Богом? Или более логично, чтобы они вошли в категорию между человек и человек? Наши родители, при все уважение и при любовь к нашим родителям, они люди. И наше отношение к родителям это между человеком и человеком. Почему же тогда заповеди, которые касаются отношения и которые требуют наше уважение и почет к родителей, входят в категорию первые пять? Те заповеди, которые связаны с отношениями между человеком и Богом. Это будет очень интересная вещь. Ребе, этот весь урок обоснован на беседе Ребе, которая печатана в 36-й том в книге Ликутей Сихот, вторая беседа на глава Ваитро. А там Ребе подчеркивает, что книга Минхат Хинух говорит о том, что
Это может быть большой вопрос накануне Йом-Кипур. Если отношение к родителям входит в категорию между человеком и человеком, получается, что нам надо попросить прощения у наших родителей перед Йом-Кипур. Если это входит в категорию между человеком и Богом, тогда, когда в Йом-Кипур мы просим у Всевышнего прощения за все заповеди, которые не входят в категорию между человеком и Богом, то же самое заповеди, связанные с почетом и уважением к родителям. Тогда, действительно, какое отношение имеет пятая заповедь к первой пятой? Она вроде бы относится к между человек и человек, между Адам ла Хаверо, и не категория бен Адам ла Маком между человеком и Богом. А почему тогда этой заповеди мы читаем там между человеком и Богом? Если мы будем смотреть в книгу Галаха, в книгу Закона, например, книга Рамбам, Раби Мойше бен Маймон, который написал самый основной галахический книга, где там все законы Тора. И мы смотрим, как он пишет в этой заповеди между почитать и уважать родителей. И он пишет следующие слова. Почет отец и матери – это очень великая мицва, и то же самое страх от отец и мама. Почему? Послушайте внимательно. Сравнивала Тора почет и страх от родителей к страх и почет к Бога. Рамбам приводит два пасука, и он доказывает, что есть прямая аналогия между почет и уважение к Богом и почет и уважение к родителям. То есть с первоначала он внес эти заповеди однозначно в категорию между человеком и Богом. И он даже дает нам пример, какой там должен, как должен выглядеть страх от отец и от мама. На другие слова, исходя из слова Рамбам, мы должны относиться к нашим родителям не как люди, но как божественные представители, как представители Бога в этот мир. И поэтому мы должны сделать аналогию. Такой же уровень почет, как Всевышнему к родителям, такой же страх, как от Бога к родителям. Так получается от Рамбам. Действительно, если мы смотрим в Талмуд, история, которую Талмуд приводит нам о наших мудрецов и других, как было их отношение к родителям, это действительно на такой уровень отношения. Хочу упоминать две истории в Талмуд. Одна история известна и очень в том шаббат по поводу Раби Тарфон. Раби Тарфон очень известный мудрец Мишна. Это друг Раби Акива, очень часто в Мишна мы встречаем Раби Тарфон как хаврута Раби Акива. Они вместе учатся, вместе они спорятся в разные законы Тора. Раби Тарфон был известен в его особой исполнении митцва кибудем, как он уважал своей маме. И в Талмуд рассказывает там история, что один раз в шаббат она ходила, погуляла на улице за пределах ее дом, ее двор. Это уже территория, которая называется Решут Арабим. Называется это территория, общественная территория, там нельзя носить. И порвался у нее сандал. Ходить на этот сандал она не могла, носить его она тоже не могла. Ходить босиком она тоже не могла, поскольку она была пожилая женщина. И Раби Тарфон положил свои руки под ее ноги. И так она ходила на его руки, пока не дошла в свою территорию. Поднять ее нельзя было, это тоже нельзя носить. И Раби Тарфон сделал такой мессирут нефеш, такой уровень преданности к своей маме, что так он помог ее добраться до дома. Потом, когда похвалили, в Бейт-Медраш похвалили Раби Тарфон, сказали мудрецы, да, он заслуживает похвал, но что вы знали, что его поведение он не достиг даже на 50% и исполнение этой мицвы, которая ожидает от нас исполнять. Представьте себя, Раби Тарфон, такой мудрец, который исполнял заповеди на такой уровень,
Мы говорим, что он не достиг даже 50% от уровня исполнения, который Тора требует. Если так, Раптафу, что мы скажем? Еще одна история проводится в Медраш. Мы все знаем, каждый год, когда мы читаем отношения между Ицхак и Яков и Эйсов, мы удивляем и мы спрашиваем себя, как же Ицхак не видел поведение Эйсов, и несмотря за его поведение, он его всегда любил. Один из ответов проводится в Медраш Раба. Медраш Раба рассказывает следующую историю. Раби Шимон бен Гамлиэль, тоже один из известных мудрецов Мишна, был в своем очередь президент еврейский народ. Раби Шимон бен Гамлиэль был тоже очень известен. И в его уровень исполнения заповеди почета и уважения к своим родителям. Он выделился у других мудрецов и во внимание, которое он удалил своего отца, и как он всегда был готов помочь и помогать, и все, что надо. Написано, что Раби Шимон бен Гамлиэль один раз сказал, «При вся моя старания служить и почитать и уважать моего отца, я не дохожу до уровня исполнения этой мицвы, как ее исполнял Эйсав. Злодей Эйсав ее исполнял выше, чем я». Представьте себе. Эйсав злодей с одной стороны, а святой цадик Раб Шимон бен Гамлиэль с другой стороны. Говорит нам Раб Шимон бен Гамлиэль, Эйсав исполнял этой заповеди выше меня. Почему? Сказал Эйсав, когда он зашел в комнату своего отца Кицхок, чтобы служить его, чтобы покормить его, чтобы готовить его ужин, чтобы делать все, что он его просит, Эйсав одел самый нарядный, дорогой костюм во время этой работы. Он сказал, я иду к отца, я иду к самый почетный человек, поэтому я одеваю самый представительный моей одежды. Раби Шимон бен Гамлиэль говорит, а я так не вел себя. И вот поэтому Эйсав исполнял эту заповедь выше, чем я. Написано в книге от имени Хозе из Люблин, известный цадик. Хозе из Люблин говорит, что поэтому Ицхок не видел, что Эйсав представляет себя на самом деле. Он когда увидел Эйсав? Только когда Эйсав зашел к нему служить ему. А в это время сияла его душа сияла святость. Почему? В этот же момент он исполнял эту мицву и на самый высший уровень, как сам Раби Шимон бен Гамлиэль подтверждает. И поскольку у него сияла такой святость в результат этой единственной мицвы, которую он исполнял, Ицхак ничего другого не видел. Что мы видим из этой истории о Раби Тарфоне и Раби Шимон бен Гамлиэль? Что действительно эта мицва это мицва, которая находится на другое место. Это божественная мицва. К родителям надо относиться, как мы относимся к Богам, как относился Раби Шимон бен Гамлиэль, как относился Раби Тарфон. И так надо, Талмуд рассказывает нам эту историю, чтобы мы взяли из этого пример. То есть так мы должны относиться к нашим родителям, так мы должны служить наших родителям. Спрашивается но вопрос, почему? Почему вернемся к нашему вопросу? Почему действительно? Мы понимаем, что если Тора поставила этой пятой заповеди на первый скрижаль, на правый скрижаль, значит она входит в эту категорию. Но по какой причине? Вроде бы наши родители это не Бог, вроде бы наши родители это люди. И тогда эта заповедь относится больше к категориям между человеком и человеком, не человеком и Богом. В книге «Ликутей Сихот», 36-й том, что я упоминал, Ребе приводит, что есть две уровни, которые дают нам причину, почему это из заповеди относится именно на категорию между человек и Богом. И эти причины, это две разные уровни в понимание этого. Мы пойдем сначала с первой, потом со второй. Есть известная книга, называется «Сефер Хахинух».
Сефер Ахинух – это книга, которая там комментируется все 613 заповедей Тора. Он был печатан впервые в город Венеция 750 лет назад. И интересная вещь. Нет у нас традиция подтвержденная, кто автор этой книги. Есть разные версии, кто является автором, но есть один факт, что эта книга является основной книгой и очень авторитетная, с ней читается. Очень важная книга Сефер Ахинух. Сефер Ахинух идет в одно направление. Мы знаем о том, что одна из самых основных вещей иудаизма – это быть благодарным. Быть благодарным к человеку, который когда-то делал нам добро, это основной вещь иудаизма. Человек, который он не благодарный, у него что-то не хватает и в самой иудаизме. Это против все, что то нас воспитывает. Мы знаем эту историю, когда Моше Рабейну, когда начался процесс казни в Египет, Всевышний сказал Моше Рабейну, ты не будешь казнить Нил. Посох, чтобы ударить Нил, чтобы вода в Нил превратилась на кровь, первые казни, которые Бог наказнил египтяне, должна была идти через Аарон. Почему? Нил, он же спас Моше Рабейну. Мы все помним историю, когда ему исполнялось 3 месяца, и это было опасно оставить его дома. Мама его Йохевед положила на специальную корзину, положила на вода Нил, и там его сестра Мирьям наблюдала, что с ним будет. А потом пришла дочка фараон и спасла его из этого Нила, брала его к себе домой и воспитывала его. То есть кто спас Моше Рабейну, кто он был спасен, на вода Нил спасли жизнь Моше Рабейну. И сказал ему Бог, ты должен быть благодарен этой воде, и поэтому ты не будешь их ударить, ты не будешь их казнить. Я спрашиваю, вода что-то чувствует? Когда Моше Рабейну получал свою жизнь в подарок на вода, когда на этой воде, разве там воды Нил участвовали в его спасении? Они что-то, они делали какое-то активное или пассивное дело, дела ради спасения Моше Рабейну? Ничего. Они не имеют чувства, они не понимают, что, почему. Вместе с тем, Тора нас воспитывает, рассказывает нам эту историю и говорит, Моше Рабейну, он должен быть благодарен вода Нил. Там он получал свою жизнь в подарок. То есть так воспитывает, но так нам важно быть благодарным. Талмуд в том Баба Кама нам рассказывает, там Баба Кама 92-й лист, там написано, что человек, который нам когда-то делал добро, даже если после того он нам делал нехорошие вещи, все равно нам нельзя вернуть его нехорошие вещи и помнить всегда о доброте, которую он нам делал. Талмуд там объясняет, написано, что евреи после исхода из Египет не воевали с фараоном. Почему они не воевали с фараоном? Бог воевал с фараоном, но не еврейский народ. Они были ему благодарны, что когда Яков и его сыновей, когда был голод в Израиле, они приехали в Египет, фараон их встречал и давал им по просьбе Йосеф страна Гошен, и там они жили, и там они получали свою жизнь в подарок, они не умирали в голод. И несмотря за то, что потом были годы рабства 86 лет, страшное рабство в Египет, все равно мы должны помнить о добра, которого он нам делал, и мы не можем с ним воевать. Говорит нам хинух, книга хинух говорит нам, быть благодарный – это первая основа и первая причина, почему мы должны почитать и уважать наши родители. Он говорит так. Должен человек всегда признать другого человека, который делал ему добро, и быть всегда в состоянии, чтобы вернуть его милосердие и добра, тот, который ему делал добро. И не быть неблагодарным, что это очень нехорошее качество, и качество, которое не воспринимается перед Богом и перед людьми.
И он должен взять во внимание к своему сердцу, что отец и мать не являются причиной его нахождения в этот мир. И они вкладывали в него и старались его воспитывать и вырастить его в своем детстве. И когда он возьмет во внимание это качество, эти вещи, тогда он говорит, тогда он поймет, настолько он должен быть благодарный Всевышнему, который он является причиной его нахождения здесь и причиной нахождения его родителей здесь и все его предки до Адам, до первого человека. Что говорит? Книга «Хинух» говорит на два вещи. Почему мы должны почитать и уважать родителей наши? Мы должны быть благодарны. Быть благодарны – это основная вещь в иудаизме, он говорит. Это самый, один из самых важных вещей в иудаизме – это быть благодарны. Поэтому мы должны быть благодарны нашим родителям. Окей. Но какое отношение это имеет к отношению между человеком и Богом? Почему тогда этой заповеди вправо и скрижали, не влево? Говорит Хинух еще один вещь. Вы смотрите. Благодарный человек, он и будет верующий человек. Тот, который благодарен своим родителям, он и будет благодарен Богу. Тот, который не благодарен своих родителей, тот, который не благодарен другим людям, он и не будет благодарен Богу. Вот поэтому говорит книга «Хинух», это очень основная заповедь. Она касается отношения не между человек и человек, она гарантирует отношения между человеком и Богом. Если человек благодарный своим родителям, это гарантирует того, что он будет благодарный Богом. Если, не дай Бог, он не благодарен своим родителям, тогда мы можем очень сильно сомневаться и в его благодарность к Богу. Вот поэтому получается, что этот человек, он на самом деле, это и мицва, она входит в категорию между человеком и Богом, поскольку она гарантирует его веру в Бога, его благодарность Бога и его служение Богу. Такой основной вещь пишет книга «Хинух». И хочу добавить, раз мы уже упоминали эти слова, книга «Хинух», о почет к родителей, что Тора ожидает, что у нас будет такая неограниченное чувство благодарности. И чтобы именно это неограниченное чувство благодарности было, она именно гарантирует наше чувство благодарности Бога, я хочу добавить еще один интересный вещь. Мы с вами знаем, перед каждой заповеди, которую мы исполняем, перед исполнением заповеди, что мы делаем? Мы произносим браха, произносим благословение. Завтра пятница, все еврейские женщины и девушки зажигают шаббатные свечи. Перед тем они произносят браха. Мы делаем кидуш завтра вечером. Перед кидушем, что такое кидуш? Это текст браха о том, что мы сейчас вспоминаем шаббат, и в этом мы исполняем заповеди. Помни день шаббат. Перед тем, когда мы трусим лулав в праздник Суккот, мы произносим браха, על נטילת לולב, תקשה פירית זרשגן יחנוכה על מסוויצ'י, פירית שתן יסווית הכסתר, פיריתם שאתה מיקושה עם מצב פייס, פיריתם שאתה מיידיבה עם תפילין, פירית קשדי זאפה ולמיד שיטה עם ברכה, מפרייז נוסים ברכה. איתות תקאי הוואז'נה זאפה ולקח מטיפר וזה פנימה, אם שתולת זאפה ולתקאי הוואז'נה, יענה ושבחודת את קטגוריה זאפה ולמשות של הווקם איבוגם, И Тора обещает на этой заповеди такой великой награда, долгие годы жизни. И все, что мы уже знаем об этой заповеди, а нет никакой браха. Разве перед тем, что мы готовим чай или кофе, или другой вид почет или уважения к нашим родителям и произносим браха, что он нам приказал уважать и почитать родителей? Нет, нет такой браха. Почему нет такая браха? Вроде бы такая заповедь. Почему это и заповедь хуже, чем отца в Пейсах, чем лулав в Суккот, чем свечи в Ханука, чем мегила в Пурим? В Польше был один известный раввин и адмур, звали его Рабби Йехуда Лейб Альтер.
Он умер 115 лет назад. Он написал очень важную книгу, называется «Хасидская книга», называется «Сфат Эмет». Там комментарии на вся Тора. И он упоминает этот вопрос упоминается в Талмуд. Но он дает очень, он добавляет очень важный аспект, почему действительно мы не читаем благословение перед исполнением такой заповеди. Он говорит, здесь цель заповеди, чтобы наше чувство благодарности к родителям было естественное. Что мы произносим в этом благословении? Который приказал нам трусить лулав, если мы будем исполнять эти заповеди, поскольку он нам приказал, весь смысл заповеди потеряли. Весь смысл заповеди – это не что, поскольку он нам приказал. Весь смысл заповеди – это поскольку у нас есть внутреннее, естественное чувство благодарности. Это Тора ожидает от нас. Тора говорит, тот, который есть внутреннее, естественное чувство благодарности родителей, у него и будет чувство, естественное чувство благодарности Всевышнему, и он будет исполнять Тора, он будет служить Богу. И поэтому мы не произносим браха. Это первый этап, первый уровень важности этой заповеди, что это поскольку мы хотим, мы должны осваивать в себя чувство благодарности, которое гарантирует благодарность Бога, и поэтому этой мицве входит в категорию между человеком и Богом. Есть еще один уровень, более глубокий. Этот уровень представляет Рамбан. Рабейну Моше бен Нахман. Рабейну Моше бен Нахман. Рамбан, он жил 750 лет назад. Он жил в Гирона, в Испании. А потом переехал в Иерусалим, в Израиль. Он похоронен в Иерусалим, в Мазене Гара. Рамбан очень известный. Мудрец написал комментарий на весь Талмуд и на вся Тора. Рамбан говорит так. Я думаю, что много от вас услышали слова Талмуд и в том Таанит. О том, что три ключи Бог не передал человек. Что значит? Много ключей Бог передал нам. В сегодняшний день человек очень умный. Очень много умеет. Только два дня назад опять люди улетели на космос. То есть человек умеет очень много, правда, справиться с коронавирусом, еще не умеет, да? Это напоминание Всевышнего о том, что не все ключи он передал нам. Но вместе с тем очень много ключей он передал нам. Говорит мудрец в Талмуде, есть три ключи, которые Бог нам не передавал. Какие? Дожди, человек еще не придумал идея, как запустить дожди. В страны, в места, где там есть отсутствие дожди, человек не придумал еще систему, как опустить дожди. Механический процесс, как опускать дожди, еще нет в этот мир. Это зависит только в желании Всевышнего. Если нет дожди, мы должны больше молиться, больше попросить. Как в том Таанит написана вся эта процедура, что надо делать для того, чтобы были дожди, и что, какие молитвы надо молиться в случае, если отсутствует дожди. Вторая вещь, которая, второй ключ, который Бог нам не давал, это рождение детей. Рождение детей зависит полностью от спасения, от поддержки Всевышнего. Мы вернемся еще к этому. Третья вещь – воскрешение мертвых. Ни один человек еще не придумал, как можно вернуть в жизнь человека, который умер. С Божьей помощью после прихода Машиаха мы увидим, как Всевышний этого делает. Это было в истории во время Илияу Нави, во время пророка Илиша, но это определенные моменты, когда Всевышний дал временно пророки ключ, связанный с этим. Но вообще Всевышний не передал человеку эти ключи. Что общего между эти три момента? Что эти все три вещи, они
выше, чем правила природы. Всевышний дал человеку ключи к вещам, которые они связаны с правилами природы. Вещи, которые они выше, чем правила природы, там Всевышний не передал нам эти ключи. Дожди понятно, воскрешение мертвых понятно. И я уверен, что много от вас думают, что рождение детей, что в этом проблема. Это в рамках закона природы, что каждый здоровый мужчина и женщина могут рожать детей. Но это, во-первых, это не совсем так. Сколько случаев есть в мире, что есть здоровый мужчина и здоровая женщина, и все вроде бы хорошо, и, к сожалению, не так просто, чтобы они имели детей. Единственная причина, почему у них нет детей, ключ не передали им. В этот раз Бог решил не давать ключ. Когда он открывает своим ключом, появляются дети. Когда, не дай Бог, нет. Нет детей. Кроме того, хочу напомнить вас, каждый от нас, который, слава Богу, уже родители. Вспоминайте, пожалуйста, первый момент, когда только родился ребенок, мальчик или девочка, и мама, и папа держат его на руках. Какое это чувство? Разве это не божественное чувство? Разве вы не чувствуете себя партнерами в какое-то чудо великое, что вдруг, смотрите, мы держим в руках маленький человек, который сейчас появился на этот мир? Разве вы не чувствуете чудо, вы не чувствуете духовный подъем в этот момент? Подъем, момент, который сохраняется на всю жизнь, и всю жизнь мы скучаемся вспоминать этот святой момент, который Бог дал нам, чувство, что мы являемся Его партнером. То есть, действительно, рождение детей – это не просто биологический какой-то процесс, который в результат биологической встречи появляется детей. Нет. Это чудо. Каждое рождение ребенка – это снова чудо. Для рождения каждого нового ребенка понадобилось, чтобы Бог снова открыл своим ключом и допустил эту возможность. Альтер Ребе, Рабшнир Залмен из Слади, Баал ха-Таня, он в своей книге дает еще один аспект, который представляет действительно, насколько это чудо. Каждая вещь в этот мир, в этот материальный мир, они вечные. Любые вещи в этот материальный мир, он имеет свой срок действия. Проходит его время, и он заканчивается. Человек, с одной стороны, да, каждый человек имеет свой срок, сколько лет Бог ему дает нахождаться в этот мир. Дай Бог всем долгие годы жизни, мы будем все посчитать и уважать родителей, и Бог будет нам давать долгие дни и долгие годы жизни на этой земле. Но вместе с тем, есть тоже срок 120 лет. Так написано в Торе, и будет его дней 120 лет, дай Бог нам всем до 120 лет. Но вместе с тем, человеком вечным. Когда у нас рождается детей, когда человек рождает дети, внуки, он создает эта сила бесконечная, эта сила беспрерывная. На самом деле, он никогда не заканчивается. Может быть, физически его срок заканчивается после 120 лет. Но с другой стороны, все продолжается. Дети, внуки, правнуки, праправнуки. Все продолжается. Это божественная сила, которая называется в жаргон хасидут и каббала «Эйн соф». Без никакого ограничения. Беспрерывная сила. Вечная сила. Эта сила представляется именно в рождении детей. Говорит Рамбан. Поэтому написано в Талмуде, в Кидушин, три партнера в человек. Всевышний, папа и мама. Рождение человек, в нем не только два партнера, родители, папа и мама. Там три партнера. Бог, папа и мама. И это так объясняет Рамбан.
Рамбан говорит так, что рождение человека – это совместный проект Бога и родителей. И он его называет «Боре миштатеф байецира». Творитель мира участвует вместе с родителями в создании нового человека. Если так, статус наших родителей получает совсем другой статус, другой уровень. Это уже не люди, это партнеры Бога. Подумайте об этом. Наши родители – это партнеры Бога, и мы, их дети, являемся, появились в этот мир в результате этой сделки, этой партнерства, которая была между родителями и между Богом. Если так, где должна быть эта заповедь, почет родителей наших? В рамках, в категории заповеди между человеком и человеком, конечно, нет. Ее место где? Там, где отношения человека и Бога. Поскольку наши родители, раз мы уважаем наши родители, мы уважаем и тоже их партнер. Если не дай Бог, мы не уважаем родителей, мы обижаем кого тоже? Их партнер и в создании нашего. Есть интересные слова в Талмуде, в том Кидушин. Это Ребе, в этой действительно очень интересная беседа, в 36-й том Лекутей Сихот, Ребе приводит. Слова Рав Йосеф, известный мудрец Рав Йосеф, в том Кидушин, Рав Йосеф говорит, написано, мудрецы рассказывают в Талмуд, Рав Йосеф, когда сидел и услышал шаги его мама, как она ходит, знаете, что он сказал? Он сказал, я встану перед Шхина. Вот такой шхина. Шхина – это божественная сила, божественная открыта. Кто идет? Идет его мама. Как он ее называет? Шхина идет. Мы вынимаем, открывается в синагоге Арон Кодеш, вынимается свиток Тора. Все должны встать. Почему? Сефер Тора, книга Тора символизирует самый высокий уровень святости, который у нас есть в этот мир. Символизирует шхина. Когда читают молитва при открытом Арон Кодеш и в дне Рош Ашана, и в Йом-Кипур, Авину Малкейну, Отец наш, Владыка наш, вся синагога встает, чтобы услышать, чтобы давать почет, святость. Говорит Рав Йосеф, когда моя мама сюда заходит, вместе с ней заходит Шхина, вместе с ней заходит Бог, поэтому я встаю. Если бы мы не учили эти слова Рамбан, мы бы подумали, что вдруг у Рав Йосеф, что у него случилось? Что он решил, что его мама – это как Бог? Но теперь мы понимаем. Его мама – это партнер Бог, и поэтому она как Бог, такая должна быть отношение. Получается, друзья, что это из заповеди почет и уважения к родителям имеет две основные фундаменты. Первый фундамент – это благодарность к родителям, что правда это более похоже на отношение между человеком и человеком, но это и заповеди на этой скрижали, поскольку, как мы сказали, именно такое поведение гарантирует благодарность к Богу. И основная вещь, почет к родителям, это на самом деле почет к божественной силе, которая через них работала и допустила наше появление в этот мир. Сходя с этого, получается интересная вещь. Подсчет к родителям – это такая вещь, которая в нем не может быть никакой компромисс. Один раз мне задали вопрос. Родители, которые, у них, не дай Бог, лишили родительские права. Потом дети выросли и узнали, кто они. Они обязаны исполнять к этих родителей эту заповедь, почет и уважение к родителям. Вроде бы, они могут сказать, мы от них ничего не получали. Нас воспитывали другие люди, эти другие люди нас любили, вкладывали в нас очень много времени, здоровья, сила, деньги, средства. А эти наши биологические родители, в этом случае, не дай Бог, нам ничего не дали. А что, мы обязаны читать, уважать их? Если мы скажем, что вся причина, это, как говорит, хинух, книга хинух, всего лишь быть благодарной,
там можно сказать, ну да, я не обязан быть им благодарен. Но если мы знаем, что главная причина, почему мы должны почитать и уважать родителей, это поскольку они представляют божественные силы, которые были с ними партнером, тогда какая разница, что мы получали потом в течение жизни? Наше появление в этот мир – это результат этого партнерства между них и между Богом. И это вечная вещь, которая никогда не меняется. И поэтому почет к родителям, он вечный, бескомпромиссный в любой случае. Даже если родители иногда, мы можем сказать, что они нас обижают, что они требуют от нас такие вещи, которые нереально исполнять. У нас нет привилегии отказаться. У нас нет привилегии сказать родители наши нет. Мы всегда, всегда обязаны. И я бы хотел завершать этот урок с некоторыми пунктами, в чем включаются самые основные вещи из почета и уважения к родителям. Есть почет и есть страх. Почет, каждый понимает, что такое почет, угостить, давать уважение. Но есть такая вещь, которая называется страх. Есть строгий запрет сесть на место, которое принадлежит, этот место принадлежит отец или мама. Место в квартире или в синагоге, которое ты знаешь, это место за столом, тут всегда сидит папа, тут всегда сидит мама, нам нельзя сесть на это место, ни в коем случае. Мы проходим в синагоге с родителями. Мы знаем, здесь в синагоге это, на это место всегда папа сидит. Нельзя сесть на это место. Нам нельзя стоять на это место, где он стоит, и нельзя сесть на это место, где он сидит. Это в рамках страх, который должен быть от нас к родителям, похоже на страх, который у нас есть от Бога. Мы должны вступать как Рав Йосеф. Когда заходят наши родители, мы должны встать. Мы должны встать перед нашими родителями. Как Рав Йосеф сказал, я должен встать перед мамой, как перед Богом, как перед Шхина. Также очень важная вещь, которую я видел, что не все относятся к этому с достаточной осторожностью. Каждый дома, в смысле, никто, ни один нормальный человек не зовет своих родителей во имя отчества. Говорит, папа, мама. Но я видел, когда работают родители вместе с детьми в одно место, есть другие люди, рабочие обстоятельства, и они могут себя, сын может назвать своего отец по имени отчества. Я был свидетелем такой истории. Я сразу, когда другие чужие люди покидали комнату, я сказал сына, а как, что ты думаешь, что ты делаешь, как же ты называешь отец по имени отчества? Он говорит, Ребе, мы в рабочем обстоятельстве сейчас, тут другие люди, я к ним от него отношусь, он как мой начальник, я должен относиться к нему, я не могу сказать папа. Я ему объяснял, что это очень грубое нарушение этой заповеди. Я ему объяснил, найди любой способ, ты не хочешь сказать здесь папа, чтобы не отличали тебя от других сотрудников, но ни в коем случае нельзя тебя называть его по имени отчества. Мы должны об этом знать, для того, что, к сожалению, я видел, что много людей не ведут себя достаточно осторожно в этой вещи. Нельзя ни в коем случае будить родителей. Если сделать итог, вернемся к тому, что мы начали. Что эта заповедь является очень строгая, и напоминаю вас слова Раби Йоханана, с которыми мы начали. Почти нереально исполнять эту заповедь в совершенстве. И поэтому мы должны стараться. Мы не можем спорить с нашими родителями. Мы должны всегда соглашаться с родителями. Мы с родителями должны, им должны предоставить только нахрест и только удовольствие. Это наша обязательство перед Богом. И поэтому, когда мы будем относиться к родителям с такой почет, с такой страх, обещает нам Тора, что долгие дни и годы жизни на этой земле. И поэтому, друзья, сегодня мы последний день после праздник Шавот, который еще относится к праздник Шавот. Завтра мы уже будем читать Таханун молитва, завершается эти дни, которые после праздник Шавот. Берем на себя сегодня такое решение, как укреплять в себя уважение к родителям, почет к родителям,
задуматься, в какие моменты, в какие пункты мы можем исправить. Я обязаны, я уверен, что каждый из нас, нет среди нас ни один, который не может исправить в своих поступках, в своих поведениях с родителями. И заслуга этого желаю нам всем. Шаббат шалом, во-первых, и самое главное, здоровья, успеха и долгие-долгие годы счастливой жизни. Спасибо вам за внимание.